Российская писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни. Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием. Прощание пройдет 10 марта во Владимирском Свято-Успенском княгинином монастыре. Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она окончила филологический факультет и, прежде чем опубликовать свою первую книгу, которую написала на спор, 14 лет проработала в детском саду. Писательница создала более 90 романов в жанре авантюрного детектива. Она неоднократно занимала лидирующие места в рейтингах самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров. По произведениям Поляковой сняли фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Чёрта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Тень стрекозы», «Барышня и хулиган» и «Строптивая мишень». Светлая вечная память. Ее любили миллионы. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.